Здесь по все камни. Господи. Боже мой. Кушать хотите, да. Я же не знала, что вы здесь будете. Мой хороший. Мои хорошенькие. Ты думал, двигалась? Да. Хотела покрутить. Оль, Иванова здесь, я смотрю. Да. Карта. Моя слабость. Угу. Карта. Фу, и Калик. Красивый. Скажи, Фурманов. Тейкова. Да? Самольск. Юрец. Родина наша. Юрий, такая. Видишь, прямо на краю накрывает. Областей-то сколько у нас? Угу. Областей. 150 лет. Это когда было уже, да? Да. И у каждого свои какие-то традиции. Это же прекрасно. Вообще многообразие. Это замечательно. Многообразие в единстве, мам. Хотя бы все помолиться. Снимают, красота, потому что сегодня фотографируется. Отец Андрей оставил наследие. Ведь здесь был огромный храмовый комплекс. Они делали памятник 1917 году. Революция. Город Первый Совет. Управление УВД сюда перенесли, да? Да. Ну, это как история. Это как история, которую забывать нельзя. Трагическая история-то. Вообще, гражданская война – это самое страшное, что может быть. Брат на брата. Тоже развязали все специально. Сам за революцию. Люди-то ведь реально верили, что коммунизм построят. Ну, коммунизм, конечно, это они загнули, но крепостного права-то освободились. Точно. Но, по-моему, его уже отменяли, когда революция потом произошла. То есть как-то что-то так было. Едут, вот под Ильича, вот первый монумент, вот это прям Ильич Владимир, как будто бы он умирает и подхватывает следующие борцы за лучшую жизнь для народа. Нашальника едет. ДПС. Нашальника едет. Родители там воспитать. Точно видишь? Ну, да, на Площадь Победы. Там мэр Пьеры. Вам не надо так говорить. Без них не будет вообще жить город. Не надо. Ну, мэр города. Пускай, у каждого свои родители. Все это грешат. Можно. И простые рабочие тоже грешат. И вредят государству, и вообще. Хорошо. Видимость хорошая. Тысячи, а 2000 есть. А рассвет шикарный. Идет крестный ход. Thank you.
Смотри. Вон, вон. Тебе, Боже, на славу тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава тебе, Боже, на славу тебе. Ребенок с ним, батюшка поет, а он громче. Вы не сняли? Сняла, сняла. Единство во Христе и единство
упование на Пресвятую Богородицу. Сегодня наша страна переживает нелегкое время. Сегодня не только польские, литовские захватчики. Сегодня и французские, и немецкие, и американские, и многие-многие ниже их числа захотели вновь вступить на исконную русскую землю. Там, где исторически жили люди, разговаривающие на русском языке. Сегодня мы понимаем всю угрозу того положения, в котором оказался наш народ и наше государство. И мы невольно обращаем свои взоры на подвиг наших предков. История иногда учит людей. И мы хотим учиться у наших благочестивых предков. Мы понимаем, что сегодня наше спасение только в нашем единстве. Мы должны быть едины с теми, кто сегодня там на передовой защищает мирное небо над нашей головой. И очень важно понимать, что мы верим в них, и что их действия, их подвиг нами до конца оценены. Мы сегодня должны быть едины в том, что до конца не забываем о них. Ложась спать и вставая от сна, мы всегда должны помнить о тех, кто сегодня там, в окопах, им, как и всем, рискуя собственной жизнью, защищает нас с вами. Им это очень важно. Мы должны быть едины в помощи, пассивной помощи от каждого из нас, которую мы можем оказать. И молитва Пресвятой Богородицы преклоняет свою милость к нам, к нашему Отечеству, к нашей земле, к нашим семьям, родным и близким, каждому из нас с вами. Будем непрестанно молить Царицу Неба и Земли, чтобы она, как и раньше, была милостива к русскому народу, так и сегодня не оставила нас в своем прошение и заступничество пред Богом. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, помогай нам! Пресвятая Богородица, не остави нас грешным! С праздником всех, дорогие мои!
С праздником, православные и неправославные. С Днем Единства. Все победим, если будем вместе. Город Первого Совета. Мы, говорит, трудолюбивые, но такие бунтари. Чудо, как-то. Вот это дерево. Вот что надо сказать. Подошла. Напекла уже пирожков. Казанская желает только хорошего. С праздником. Это Эустома, который скоро будет год. Да, я привезла ее домой, она цветет. Всего доброго. Ивана, не, домой, не, 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 не.